Краткое содержание рассказа «Все лето в один день» Рэя Брэдбери. Если в двух словах, то это печальная история о человеческой жестокости, которая не чужда даже детям. Девочка, которая разительно отличалась от сверстников, становится настоящим изгоем, а впоследствии и жертвой своих одноклассников. А теперь немного подробнее. На Венере царила дождливая погода, и местные детишки только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Лишь из книг они узнали о солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. Никто из колонистов не помнил, как оно выглядит на самом деле, за исключением лишь одной девочки по имени Марго, которая прилетела на Венеру с Земли. Маленькая землянка резко выделялась на фоне остальных ребят. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома. Молчаливая, хрупкая и болезненная девочка очень не любила воду и даже боялась ее. Марго понимала, что она не такая, как все. Другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее. Поговаривали, будто ее родители были готовы выложить круглую сумму, чтобы вернуться на Землю. Они очень боялись, что девочка попросту зачахнет на дождливой Венере. Все дети с нетерпением ждали момента, когда, согласно подсчетам астрономов, должно было появиться Солнце один раз в 7 лет и всего на 2 часа. Одноклассники Марго, которые очень ей завидовали, решили запереть девочку в чулане. Солнце ошеломило их, заставило забыть обо всем на свете. Когда вновь начался холодный ливень, дети вспомнили о Марго, и лица у всех стали серьезные, бледные. Они молча выпустили Марго из чулана, не смея взглянуть ей в глаза. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.